Всем привет, с вами канал Сундучок с играми, это PlayStation 2. Death Jam нас встречает, начнем с первой части. Death Jam Vendetta. Да. Поехали, надеюсь, он загрузится сейчас. Поехали, ребята. Это, короче, не до рестлинг, не до драки. Или какой Это там? что-то другое. Это что-то между рестлингом и драками. Вот как это, наверное, правильнее будет сказать. Да. Да. Это скорее всего так и будет. Вот, видите? Сейчас будем мутузиться, махаться и все такое. По идее, должны. Но ролик будет подтормаживать. You wanted to make yourself known. You prove your worth as a street fighter or hustler. We don't fight out in the streets no more. We're organized now. We too gangster for the garden, so we taking it underground. Inside. I'm a businessman, and this is my business. My soldiers are Legion. Method Man, Nori, Capone, Luda, Redman, DMX. You want a shot at me? You gotta make it past these brothers. It's a dangerous world out here. Since every time I turn around, there's another young buck wants to take me on. I lay down for no man. You wanna take what's mine? You gotta beat me. But nobody ever. Beats me. Ну как тебе, Кать? Начало. Ну как-то да, по-мужски прям. А то. Так, начинаем сюжет, но перед этим надо убрать музыку, иначе нас забанят. За музыку. Да. Так, вибрация. Это да. Все, поехали. Начнем мы сюжет. А как вы поняли из вступительного ролика, собрали банду рэперов и заставляют драться между собой. Это да. Это да, ребят. Сейчас. Пока не говорите, что... Слава Богу. Это что такое? А, имя надо вести. Да, это имя, ну, какое-нибудь. Да свое веду. А, не, не фуё, как стереть-то? Или фуё стерео? Не знаю. Ладно. Раз уж начал. Всё, готово, поехали. Так, у нас 4 персонажа, Кать. Соответственно, тут 4 сюжетки. Что в кайф? Ну, здорово. Умели раньше делать. Да. Начнем по порядку. То есть 4 разных истории, как. Не то, что сейчас. What are you doing here? Oh, whoa, 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 it's okay, it's okay.
He's going in for me tonight. Man, I knew you wouldn't let me down. Not after everything we've been through together, right? I know, my life's a disaster, so sue me. Alright, this is it. Now just remember, you lose, I'm taking a dirt nap. Вон, видишь, тут всякие эти мероприятия проходят, ребят, и все такое. В каком-то клубе мы сейчас будем браться. Ну да, полуподвальное помещение. This kid's got balls getting back in here. О, ну здесь хотя бы, Катя, не все такое черное. Let's mix it up. This is the one y'all been так, как драться-то? Ой. Ой. Как драться? Я, короче, с желтыми волосами, ребят, кто не понял. Ай! Блин! Охренеть! Да блин! О! На! А как укладывать-то? Ай! Блин. Выпусти. Как мне вылезти? О. Блин, не прыгай. О. Хватай его на. Вот. Так, а как укладывать-то? А, вот. Понятно. Давай, блин. Да господи. Ну как тебе, Катя? Ты молодец. Да, да блин. Молодец. Давай, раз, два, три. Все. Ну как тебе? Ты молодец. Ой, что-то совсем плохо сыграл. Ну, это первоначально, ребят. Оценка Д. Что скажешь про первый уровень и в целом про сюжет? Кстати, ничего. Так. А что делать-то? Это что у нас? Ревелоп какой-то, экзит. А чё значит ревелоп? Экзит, понятно. А девелоп чё такое? Понял. Прокачка. Я поняла, так. Ну, пока еще рано. Да? Не знаю, наверное, да, пока не заработали еще. Второй матч против Драка или Брека. Подтормаживает она, конечно, но не критично.
This is it. When it takes on Facebook. Так, ну это мы. I know а это наш противник. Мое. Давай, бей его как-то. Эй! Во, как я умею. Ну, прямо как это. И душу его по-всякому. Ай. Прямо как в этом мире, да. Да. На. Ведь не так на, и это на. На. За ноги его не надо. Так, а чё ещё могу? Блин. А правда, чё ещё умею? Не знаю. По-любому ведь что-то я. Ой. Что-то же я, наверное, могу. Понтоваться я могу. Вот видишь как. О! Как тебе такое, как? Здорово, молодец. На тебе подножку. Так, а на канаты как залазить? Блин. Как залазить? Не знаю. Тебе нравится, судя по всему. Блин. Ой. Ай. Пора с ним заканчивать. Да. О. Как тебе поплакать? Все, пора. Раз, два, три. Ну как я? Неплохой. Ну-ка, ну какую оценку? О, уже лучше. Си. Так. Ну пока противники легкие. Можно, наверное, не прокачиваться. Mm-hmm. Там уже когда дальше пойдем, надо будет. Чё скажешь? Это да. Про игру в целом. Так, я убрал немножко помехи, ребят. Ай. На тебе, блин. Нифига против меня какой кабан.
А вот и первый проигрыш по ходу дела. Что-то мне кажется, или задержка капитальная идет. Ай! Это вот тебе слабый красный. На. Блин. Ай. Ай! Выиграл. Это все из-за тормозов. Видно, под каждую игру надо... Летаешь. Да мне ты чё? Я лучше со шутбу с говядиной поел, чем со свиньями. Говядиной он жесткий, жестко все равно такой. Зато вкусный. Самый лучший шашлык со свининой. Зато вкусный. Со свининой? Не, не могу сказать. Не могу сказать, что свинина хороша. Извините. У тебя звук пропал, да, Катя? Я бы, знаешь, что еще поела? Крылышко. Звук не пропал. Так, что-то моя посуда высохла. Не ставит тушь кнопку, иди посмотри. Вот сейчас вроде нормально. Бей! Опа-на. Вот она его, да не наш хватит, а ты его. Вот. Вот. Пора с ним завязывать. Да. Ай-яй-яй!
Ух ты! Ну как тебе? Нокаут! Нокаут! Ё-моё! О, и оценка с моей какая! А? Максимальная! Ну, молодец! Молодец! Как тебе нокаутка? О, ролик, ребят! Damn, playboy! Where'd you learn to move like that? Yeah, you keep fighting like that, my money troubles are over. So here's the deal. I set him up, you knock him down. Hey, yo, you listening to me? Oh. Какие девушки. Whoa, where are you going? You don't want to get mixed up with that again. Look, here's the story. Angel is with D-Mob now. The end. Let's match. Какие девушки. Какие тети, да, Катя? Тетеньки, да. Первая глава пройдена, я думаю, пора прокачиваться. Это типа, мы тебя приглашаем на бой и все такое. Ну, наверное, да. Оу. А, я себе даже противника могу выбрать. Зашибись. Вархаус. Ну-ка. Я так понял, первые бои будут в одном зале. А нет, уже другой зал, по-моему. Да? Грозный дядя. Это да. Ой. Ой, не тормози. Это да. Ой, все, он меня за кого схватил. Дядя, ты чё? Остановись. Да. Нифига он. Грозный. Сик тебе. Блин. Спина, моя спина. Ничего меня долбит пока. Ну давай. Так. Него. Так, у него, да. Ну, это было понятно. Ну да. Выбрал сам себе противника, не докрыл. Ну чё? Переиграть? То есть пока мы уровень, ребята, не пройдем, мы дальше не это не продвинемся в вами. Welcome to the warehouse. А чё он толкается? Это я его или он меня? Бенч. На тебе.
Ай. Смотри. А? Ломай ему ногу. Какой ты не хороший. Я его поднять даже не могу. Капец. Так. Так. Here he comes. You're getting stronger, big dog. Wait. Это больно. Что, Кать, до нокаута? Ну давай, да. О, все. Наверное. Все, замордовали. Опа. Все. Как ты классно это делаешь. Завалили дяденьку. Как тебе не стыдно. Бить. Не, драки. Бойцовский клуб. Да. Ты все-таки сделал звук. Да. Сделал. Сам. Сам. Да. А, надо всех четырех, Кать, победить, смотри. По очереди. И только потом нам дадут прокачаться. Так. Ты тут? Я здесь, здесь. Блин. Да господи, чё у меня ничего не получается. Так, ну не всегда же всё должно получаться. О. Раз, два, три, четыре, пять. He's about
Не. Все бы на канаты как-то залезть. Во. Понтовать-то не дает. Это да. Да ты какого фига? Лежать, пока я тут понтую. Да, да понтовался. Точно. Запрыгнул. Ломай ему ноги. На тебя. Все как, нокаут. Он что, еще живой? Не понял. Он реально еще живой. Вырвался. Молодец. Так. Не вырвался. Ничего он долбит-то знатно. Да, да. Давай и поднимай его. Проиграли. Не было эпично. Поразительно-то. Ага, живучий. Как гопол. Это почему я чувствую себя дерьмом? А ты капельку искать, как назовешь, если это рестлингом не считается? Не знаю. Ну это смешно, эти набор всего. Это да. Опа, нифига так сразу.
А это считай 2000, то ли третий, то ли четвертый. Да. Блин, еще и в пах втягивает. Не давай, только не. Ломай ему голову. Обязан победить. Нормально. Эй! Все по идее, наверное. Нифига. Видно, по два нокаута надо выписать. Угу. Это, по-моему, мы сейчас продуем. Хватит меня выпимивать. Ладно. У него задача такая. Ломаем все спокойно. Только выиграть. Пошел в жопу. Все, победа. Наверное, сейчас будет. С его стороны. Не с нашей. Я поняла. Наверное. Это еще надо Кате умудриться накопить на этот нокаут. Да. Нафиг ты его поднял. Я просто когда сниму сейчас на все кнопки. Я понимаю. Так. Ой, зачем ты? Не нокаут, конечно, но хотя бы так. Ну да. Оценка би, то есть 4. А это пятерка. Неплохо. Вон ролик очередной. Правда. Не пустят на людей.
Tell this skank what's what. You're about to get your face broken. That's what's what. Bring it on, bitch. Да. Mm? Так, за какую бабу будем заступаться, Кать? Тебе какая больше нравится? Рыжая или черная? Беленькая. Темнокожая. Нет, по волосам мне скажи. А, темненькая. А тебе? Мне беленькая. Ну давай беленькую выберем. А в принципе какая разница за какую, наверное. Ну давай беленькую распинаться с петленьки, давай. Сейчас посмотрим, что будет, какие последствия. Что, бабский бой будет или что? Хорошо, на следующей неделе сделаем. Что запись такая вообще паршивая? Я же сказал, не срочно. Мне еще будет тихо. Обычно две недели. This is gonna be fun. Ну, I wanna hear you scream. Точно, бабский бой. Блин. Женский бой как. Да. Как думаешь, замочим тетю? И стараемся. Ого, какая поза. Так. Так. Ай. Спасибо тебе. Блин, еще и упал. Опа-на. Блин. Я тогда нокаута никогда не наберу. Есть. Нокаут. Наверное. Да. Все. Да. Это такой бонусный уровень. Может, за него что дадут? Сейчас посмотрим, ребят. Вот с Катей попробовал в этот кроссфорд поиграть. Можно же так играть? Можно, наверное. Так, мне бы прокачаться не помешало. Прокачаться можно или как? Да, можно. Да. Так, скорость. Три палочки. Мощь три палочки. Стамина максимально. В госкомпании работают и попали под санкции. Три года в Нью-Йорке пришлось в чемодан ковать. И на руки. Так. И... Для того, чтобы ввести в курс дела. Пока они были в Америке, из-за того, что размыто, немножко непонятно, что написано, да, Катя? А я не верю, потому что ты Юлька, извини,
Через две недели после смерти сестры выпустила замуж. Понятно, что в родительской шикарной квартире девочке инвалид не мешает. Мы пришли. Так, ладно, будем каждого по чуть-чуть прокачивать. Угу. Так. Ладно, это пока прокачали, потом еще прокачаем. Конечно. Так, ну еще двоих. И на этом первая часть все. Закончим мы. Угу. Будет выложена фраза, ребят, без монтажа, без всего. То есть как оно есть. Ну да. Монтировать тут нечего. This place is budget. Anyone worth a damn makes it through here in a hurry. Так, против кого мы деремся? Стил какой-то. Чем-то на этого похож. На скалу. Который играл в царя скорпиона. Согласна, Кать? Да. Только более темнокожий. Ну да. Нифига у него приемы, мне бы так махаться. Ломай ему ноги. Понтоваться. И нокаут. Есть. What are you waiting for? Finish him off. Не мрай. Так. А ты чё вышел-то, Не понял. Next time, get it done. А, он дождался, пока я не смогу провести, короче. Она со временем исчезает. Я поняла. Жулик один фол. Да, Катя? Это да. Ну, кстати, классный здесь. Ай, еще и нога по глазам. А ногой по глазам бить запрещено. Давай. Кто кого? Он меня, да? Эй! Нечестно! Я растерялся, как просто на долю секунды. Я поняла. Любой бы попростерялся, когда тебя неожиданно на лопатки кладут, извини. Это да. О! А я, кажется, его по удару могу блокировать. Да, это тебе не современный рестлинг, где все глючит.
Точно. Тебе по самой игра нравится, как? Да. Так. Как бы тебя поднять? Не уходи, Свинга, нет. Пошел ты в жопу. Блин. Ты еще и встал, зараза. Да ладно. Блин. Кстати, он мне сейчас завалит. Чё скажешь, Катя? Я тебя жду. Я улетел, поэтому... Я улетел первый. Ну чё, ребят, я тоже улетал. Продолжаем. Последний бой. Рейзер. Бэмка есть, Кать? Есть, всё есть. Здравствуй, Хома, он тоже пришел поиграть. Чё скажешь, Кать? Welcome to the warehouse, where up and coming fighters. Here's the true champion. Дерись, скажи. О, какой буганя-то. Блин. Хомуся, помогай. Давай! И какая туша! Да, Кать? Как тебе пушка? Знатная! На кого похож? Не знаю. По мне какой-то бандит а-ля 90. Ну да, похоже, да. О! Блин! Надо его победить нокаутом как-то. Ну ты особо не панкуйся, потому что его победили. Да. Мне так совсем заморбуется. Блин. О. Да, блин. Помогай, как сильные мысли.
Блин! Пора с ним замечиться. Да, Катя. Пора с ним кончать. Так? Блин, нет. Он ушел. Он зашел. А вот фиг тебе, вот. На. Ты что еще живой? Fuck you. Я думал, он уже все, Катя. Так. Я тоже так думаю. Пошел в канаты. Хорошее выражение. Пошел в канаты. Ну куда? Ай. Вот так тебе уронит. Ай. Нет. О, нормальненько я его так перевернул. Да и он тоже не обстает. Эй, эй. Больно. Ударил. Не надо. Пора с ним это как-то заканчивать. Блин, да ты чё? Вставай. Встань. Да встань ты, ну вончик. Да это все, блядь. Наверное. Так. Эй! Мне так замочить. Да, как-то мне его надо это заканчивать. Я тут. А закончить не получается. Он встает, встает. Ты ляжешь или нет, господи. Зря, наверное, помповался. Там синяя полоска прибавляется, нет? У тебя или у него? У него-то нету. У него красный. У тебя там. Есть. Мне надо ее полностью заполнить просто. Я понимаю. Да блин, она не заполняется. Дальше. Вот это сейчас было обидно.
No one can conquer me. Сейчас посоветую искать. Ну, драться, драться, потому что он последний, поэтому он самый сильный. Последний из этой четверки, Нишина. Ну да, ну да, поэтому он самый сильный. That's right, the way... Here's a... На тебе. Нифига. Это и в полете. Птичка. Теперь я в полете. Опа, он ничего выкинул. Да, он тоже. И сам вышел. Так, а как мне залезть? Во. Ну, в подруг нельзя в него лингать. Да блин, что тут беспредел? Ой, ё. Как ты какой-то? Да. Не зря, видимо, прокачался. Ну да. Блокирую. Как думаешь, Кать, накопим? Я не знаю. Ну ты старайся. Осталось-то. Совсем. Копилюха. Так. Ой, еще имя оценку буквы А.
Ага. Так. Прокачивать надо, не надо. Ну-ка, сколько я денег заработал? $22,000, в принципе, можно и прокачать. Да. Так, две. Angel, is that a be a serious mistake? The last thing you want to be doing is pissing off. Oh, Dima, hey! You out of retirement? Oh, yeah, he's just helping me out. Just these couple of times that I count on my money. You mean my money needs? Yeah, yeah, that's right. Every time he wins, you get paid. It's good for all of us, Dima. Good for us. But what's he getting out of the deal? Stare all you want, little man. I'm the one making her sweat now. Let's make this quick. Stop it! Forget about him, baby. He means nothing. Move out your $5 ass before I have to make change.